Вітаю глядачів на телеканалі АТВ. Сьогодні в нашій студії кардіохірург Борис Тодуров, доктор медичних наук, професор, заслужений лікар України, член-кореспондент Національної академії медичних наук України, директор Інституту серця Міністерства охорони здоров'я України і ще лауреат Всеукраїнської премії «Гордість країни 2011» в номінації «Лікар року». І найголовніше, що це лікар-трансплантолог найвищої кваліфікації, бо це єдина людина в Україні, яка 18 років тому зробила пересадку серця. Все правильно? Да. Борис Михайлович, я рада вас вітати в нашій студії. Востаннє ми зустрічались в серпні минулого року. Сьогодні ви знову в Сумах, і я знаю, що ви читали лекцію сумським студентам. Давайте от з цього почнемо. Як оцінюєте ви взагалі якість підготовки майбутніх медиків і кардіохірургів, у тому числі у медичних вишах України, ну і в Сумському медичному інституті? Наші візити в Суми стали вже традиційними. Ми приїжджаємо як мінімум раз в рік. В плане нашего визита обычно осмотр профильных больных. Сейчас две бригады наших специалистов осматривают взрослых, одна бригада, и вторая детей с пороками сердца. Поскольку в Сумах пока нет своей кардиохирургии, мы отбираем пациентов для операций, которые проводятся в Институте сердца у нас. Впервые сегодня читал лекцию в университетской клинике, мне очень понравилось, и само здание, оформление, и внимание. Довольно высокий уровень подготовки, могу сказать, что видел там и студентов-старшекурсников, и молодых специалистов, интернов. Сегодня зарегистрировалось на лекцию больше 400 людей. Полтора часа длилась моя лекция, и было много вопросов, очень подготовленных вопросов. Видно, что живо очень интересуются молодые специалисты. Получил массу удовольствия от общения, честно говоря. Иногда лекции бывают скучными, а сегодня просто читал свою презентацию с большим удовольствием, потому что видел этот отклик. И те профессиональные вопросы, которые задавали, говорили о том, что уровень подготовки очень высокий. Ну, а от давайте зразу перейдемо до цієї головної теми. От якщо говорити про поширеність серцево-судинних захворювань, то в Україні в статистиці 2/3 дорослого населення України по захворюваності і по смертності саме від серцево-судинних хвороб. І кожна четверта людина в Україні інвалід внаслідок серцево-судинного захворювання. От чому така важка статистика, які причини такої високої захворюваності от серцево-судинної нашої системи? К сожалению. Из года в год статистика пока не меняется радикально. 66% в структуре смертности – это сердечно-сосудистые заболевания. И это уже не вопрос социальных каких-то проблем, это вопрос национальной безопасности. Поскольку 400 тысяч в год смертей по всей Украине от этих заболеваний – это просто катастрофа. Могу сказать, что на Западе в два раза меньше. Это цифра около 35 тысяч. У нас 66, и тут есть большой... А это причины социальные, чи какие? Здесь вопросов много и организационных, и подготовки кадров, и организации помощи, и оснащения больниц, и в принципе наличие этих больниц. Ну, скажем, в Сумской области, как и во многих других областях, нет своей кардиохирургии. Первый ангиограф только появился вот 4 года назад, или нет, 5 лет назад, да, в Сумской области появился первый ангиограф, и начали оказывать помощь своевременную при инфаркте миокарда. А до этого смертность была 16-18%. Сейчас те больные, которые вовремя попадают на ангиограф и стентируются, смертность снизилась до 3%. Вот. И это только вот за последние годы. Так что работаем в этом плане. Тут большой задел и для кардиологов, для работы, и для кардиохирургов. Думаю, что Сумы придут, область Сумская придет через несколько лет к тому, чтобы создать свою собственную кардиохирургию большую. Поскольку 1 000 000 населения, это приблизительно 1000 операций в год положено выполнять для жителей Сумской области, а это уже работа для отдельного большого кардиохирургического отделения. Ну, а від чого це залежить? От дійсно, сьогодні всі люди, які мають проблеми із серцем, вони оперуються або у вашому інституті, або в клініці Амосова. І дійсно, ну, це витрати, це переїзди, це якісь там додаткові ті ж самі навантаження на хвору людину. А від чого залежить, щоб створити таку службу в області? Бо це, ну, надзвичайно, мабуть, колосальні кошти. Два вопроси здесь основні. Це кадровий потенціал, тому що кардіохірургами не становяться за год или за два.
хороший кардиохирург готовится 10 лет. Точно так же, как хороший анестезиолог, кардиоанестезиолог, точно так же, как реаниматолог, точно так же, как ангиографист. Это специальности, которые требуют длительной подготовки в каких-то хороших, уже работающих центрах, чтобы потом приехать, стать и делать. Поэтому мы вот организовали кафедру кардиохирургии у нас, где мы готовим параллельно анестезиологов, кардиохирургов, перфузиологов и кардиологов и так далее, для того, чтобы готовить кадры вот для таких вновь созданных центров. И думаю, что рано или поздно суммы тоже пришлют на молодых специалистов. Ну и второй вопрос – это оснащение. Кадры – это основное, ну и финансирование. Конечно, чтобы построить такое даже просто отделение, это десятки миллионов гривен. Это очень дорогостоящая аппаратура, которую потом нужно еще содержать. Нужно ее обслуживать, нужно делать сервис, нужно ремонтировать, нужно покупать довольно дорогие расходные материалы. И все это дорого стоит и очень сложно в организации. Так что сейчас пока начали с малого. 4 года или 5 лет назад начали с малой кардиохирургии. Сегодня уже в суммах делаются стентирования и ставятся стимуляторы. Пройдет еще пару лет, когда все это уже будет организовано в должной мере, я думаю, и будет стабильность какая-то экономическая в области, да, когда можно будет потратить большие деньги на строительство уже кардиохирургии. Думаю, что мы к этому придем. Ну, от якість роботи сумських хірургів, от стенти і кардіостимулятори, от наскільки ви оцінюєте, що вони зроблені от дійсно правильно на високому рівні? Бо це важливо для пацієнта. Самый большой опыт на сьогодні имеет, конечно же, кардіодиспансер. Вони працюють уже много лет. Это узкоспециализированная клиника, где все врачи, кардіологи, и есть реанимация своя хорошая. И есть ангиограф, который работает, и есть специалисты в ангиографического профиля, которые имеют уже многолетний опыт. Поэтому традиционно все инфаркты, все эти годы возились туда, и там очень хорошие результаты. Даже по сравнению с киевскими результатами, вот могу сказать, что в большинстве клиник 5% смертность, а в кардиодиспансере 3% смертность. То есть это говорит о том, что очень высокоспециализированные и хорошо подготовленные специалисты, слаженная команда, которая сегодня оказывает помощь для всех жителей Сумской области. Ну, а той ангиограф, який встановили на початку цього року в обласній лікарні, там як він працюватиме? Это вновь созданное отделение, я пока не знаю организационных возможностей, и трудно пока оценить работу. Я думаю, что к концу года, когда будут первые результаты, уже какая-то первая статистика, можно будет понять, насколько профессионально и насколько качественно это все работает. Но думаю, что будет работать хорошо, поскольку областная больница работает, там есть свои специалисты. Наверное, нужно будет какое-то время для того, чтобы все организационные вопросы и логистику привести на должный уровень. Це якимсь чином буде конкуренцією між двома закладами? Нет, никоим образом это не должно быть конкуренцией. По статистике на 250-300 тысяч населения нужен один ангиограф. На сегодня в области больше миллиона населения, так что и 2, и 3 ангиографа это нормально, это не будет конкуренции. Это тот случай, когда пациентов хватит на всех. Главное, чтобы этих пациентов вовремя присылали кардиологи и семейные врачи, и терапевты, чтобы не лечили их долго дома, а присылали вовремя в тот период, когда им помощь нужна. В першу годину, в перші дві години. А дивіться, Борис Михайлович, зараз в уряді говорять про те, що на першому місці у нас в Україні це захворюваність і смертність від раку, і заговорили вже про те, щоб в якийсь такий безкоштовний пакет групи ризику обстежувати на 20 видів раку. Зважаючи, що серцево-судинні також на дуже високому рівні оця негативна статистика, от чи вирішує проблеми кардіологічних хворих та державна програма, яка є? Чи чогось там не вистачає? От, чи, що треба для того, щоб дійсно от, могу сказати, працювала що, ця система в державі? То государственная програма частично рішає этот вопрос і ці проблеми, тому що є закупки, правда, з великим опозданням, але тим не менше ми отримуємо безплатні стенти. И расходные материалы, точно так же, как и Сумская область их получает, и клапаны, и оксигенаторы, и какие-то препараты по государственной программе. Это значительно снижает нагрузку финансовую и на пациентов, и на бюджеты городские и областные, поскольку хоть в какой-то степени компенсируют эти расходы по закупке таких материалов.
Что касается онкологической программы, я не могу вам точно сказать, поскольку это не мой профиль. Я просто привела как приклад. Но в кардиохирургии и в кардиологии государственная программа, хоть и с опозданием, но частично эту проблему решает. Могу сказать, по нашей клинике у нас проверяла счетная палата в конце прошлого года, вот буквально пару месяцев назад. Они, когда посчитали все расходы, обнаружилось, что нас финансирует по бюджету государственная программа на 29%. Всего лишь. Ну, и то хорошо. Ну, а ті закупки необхідного обладнання, там, витратних матеріалів, це через Міністерство охорони здоров'я йде? У цьому сенсі у вас співпраця, ну, стабільна, налагоджена, чи є проблеми якісь? Не могу сказать, что мы полностью довольны таким сотрудничеством, потому что есть определенные вещи, где мы не находим взаимопонимания. И чисто какие-то организационные вопросы с МОЗом решать сегодня очень сложно. Ну, я знаю, що у вас особисто із Міністерством охорони здоров'я також є конфлікт в тому сенсі, що ви якби нарікали на те, що не підписують контракт із вами. Яка причина цього? Я би не назвав це конфліктом. Це якийсь Ну, все-таки ж заважає правовий, працювати. Це правовий безпреділ, я би так це определив, поскольку по закону, после того, как прошли выборы, а выборы прошли у нас с голосованием 100%, был избран я сотрудниками, после этого я прошел спецпроверку в течение месяца, и 18 января по закону МОЗ должен был подписать со мной контракт. Но сегодня уже квитень. Сегодня уже 3 месяца, как истек срок законного подписания, и МОЗ со мной контракт не подписал. Более того, вообще никакого контакта в этом плане нет, и меня никто никуда не зовет, не приглашает, и не предлагают ничего подписывать. Вот я сегодня работаю научным сотрудником, и 3 месяца ожидаю, когда же закончится это беззаконие, я бы так сказал. Мы подали в суд, наши юристы подали документы в суд, и мы сейчас ждем судебного разбирательства. Я надеюсь, что суд расставит точки над «и». Ну, взагалі, от... Коли ви минулого разу були в ефірі, в принципі, ми багато говорили про реформу в системі охорони здоров'я, надання медичних послуг. Сьогодні от говорять про те, що вже успішно проходить цей процес на первинці, переходимо на другий рівень реформування. Все-таки от з вашої точки зору, чи є якісь такі речі у цій медичній реформі, які б варто було, може, підкоригувати? Чи дійсно є якісь досягнення? Чи все-таки ми поки що, ну, тільки видаємо бажане за дійсне? Я не можу назвати це реформою. Максимум, что было сделано, это подписание деклараций, даже не контрактов, а деклараций с семейными врачами, что дало возможность каждому семейному врачу набрать свои 2000 пациентов, и у некоторых поднялась зарплата до 15 тысяч гривен. Если честно, я не считаю, что 15 тысяч гривен для врача семейного – это хорошая зарплата, как и для любого другого врача. Это не высокая зарплата, но это считается сегодня большим достижением. Ну, по сравнению с тем, что было 3, чи 2. Да, и до сих пор у всех остальных врачей 2, 3, 4 или 5. У нас ведущие кардиохирурги получают 6 тысяч гривен. Но мы это отбрасываем. Я хочу сказать, что, во-первых, сегодня у семейных врачей нет стимула набирать больше 2000 пациентов, а поскольку их большой дефицит семейных врачей, то очень многие люди остались вообще без декларации. Во-вторых, давайте подумаем, что мы подписываем в этой декларации и за что получает сегодня деньги семейный врач. За подписанную декларацию? И без нее теперь не потрапишь до специалиста. А должен был бы получать за оказанную услугу. Если уже вы хотите, чтобы деньги шли за пациентом, то деньги нужно платить за оказанную пациенту услугу, а не за подписанную декларацию. Понимаете, нет стимула семейному врачу вообще что-то делать. Подписал декларацию и отдыхай себе. Вот в чем вопрос. Да? И уже сегодня денег не хватает. Уже сегодня понятно, что если не хватает на первичную помощь, то где вы возьмете деньги на вторичную и третичную? Нас сегодня пытаются перевести на хозрасчет. Пытаются научные учреждения, как наши, да, обязывают с августа месяца, уже перестали финансировать научные ставки и говорят о том, что нас переведут в коммунальное предприемство. То есть сегодня не нужны научные сотрудники в Украине, не нужны люди, которые занимаются наукой, не нужны люди, которые могут проанализировать результаты лечения, которые могут написать научную статью, которые могут издавать журналы, которые могут обучать других на кафедрах.
Держава викидає медиків так само за кордон. Да, на і це ж еліта медицинська. Сьогодні ця еліта обучає і є базою для обучення молодих спеціалістів. Наш інститут, на нашій базі три кафедри КМАПу, де ми обучаємо кардіохірургів, анестезіологів, функціоналістів, перфузіологів і так далі. І у нас забирають сьогодні научний статус. Люди, молодежь, которая сегодня пишет статьи, худо-бедно, но как-то хотя бы образовывается и проводит какую-то аналитику, читает зарубежную литературу, пишет диссертации, защищает. Сегодня эту всю базу у нас выбивают из-под ног. Забирают у нас научный статус, и мы сегодня превращаемся в обычную городскую больничку, да еще на хозрасчете. Как может больница существовать на хозрасчете, если у нас нет формулы расчета тарифов, у нас нет законного пути зарабатывания денег на содержание больницы, на выплату зарплат. Что такое коммунальное предприемство, чтобы вы понимали? Это значит, что как только нас перевели из статуса державной установки в коммунальное предприемство, все расходы, которые связаны с содержанием больницы, в том числе и зарплату, вы берете на себя. Мы должны их заработать. А какой механизм этого заработка? С больного взять. Если государство не в состоянии оплатить, ну нет таких денег сегодня, 3% бюджета, да, не в состоянии государства такие деньги платить. Мы посчитали, что 29% сегодня финансирования, да. А если мы сегодня перейдем на полный хозрасчет, значит и эти 29 нам нужно еще откуда-то взять и заработать. Это ляжет на больного, а законного механизма получить деньги с пациента нет, потому что есть постанова 1138, которая регламентирует платные услуги. Там есть косметическая хирургия, там есть стоматология, там есть телемедицина, там есть диагностические процедуры, но там нет кардиохирургии. Мы не имеем права сегодня с пациента брать деньги. И как это будет выглядеть дальше? Да? Если МОЗ сегодня не утвердил даже формулу расчета тарифов, мы не знаем, сколько стоит услуга, и нас переводят на хозрасчет. Понимаете, вот сначала все-таки нужно одевать носки, а потом одевать туфли, да? Но никак не наоборот. А нам пытаются вот что-то одеть такое, чего на босу ногу, что называется, чтобы показать какую-то, создать видимость реформы, но это не реформа. Никакие экономические расчеты не лежат в основе этой реформы, это бутафория. Поэтому не могу сказать, что... Тобто мы сейчас с часом десь побачимо, что все это какой-то негатив еще больше додасть, да? А вы до этого не видите? Вы не слышите, что люди говорят об этой реформе? Вы не видите эпидемии кори и всего остального, что от ботулизма умирают десятки людей, что от кори умирают десятки людей, что мы первые в мире сегодня по заболеваемости? Ну, сьогодні люди говорять про те, от у нас в Сумах, наприклад, про те, що не можна хворіти ні в якому разі, тому що не хватить жодних грошей, щоб вилікуватись. Тобто люди свідомо... Понимаете, когда еще три года назад эти люди пришли в МОЗ и говорили, что попередники виноваті во всем, ну ладно, хорошо, попередники. Были плохие попередники. Но вы три года рулите уже медициной. И эпидемии, которые мы имеем сегодня, это результат уже того, что вы нарулили. Поэтому уже, может быть, надо куда-то выруливать в другую сторону. Вот возникает какой вопрос. Да? А нам все рассказывают про Раису Богатыреву, про попередників, которые не так вакцинировали еще. А кто же вам мешал за три года провакцинировать всех детей? Кто вам мешал? Ну, це також інформаційна кампанія сьогодні, має бути. Сьогодні ми маємо ці всі епідемії, закриваються тубдиспансери, закриваються психіатричні лікарні, нарушена робота двох вузів, крупнейших, Київського і Одеського. Сегодня практически заблокирована работа Института сердца, как и многих других клиник, в которых такая же рейдерская атака происходит, абсолютно незаконная, по увольнению неугодных руководителей. Ну, може, це, знаєте, може це приховане таке рейдерство, щоб інститут передати під чиєсь інше керівництво? Може ви в цьому плані їх не влаштовуєте? Зробіть це законно. На законних основаннях проведені вибори. Да? Тобто колектив доказав, колектив, що... Колектив законно вибрав собі руководителя по закону, як це положено. Руководитель пройшов спецпровірку. Да? Ніяких замечань по спецпровірці ко мені немає. Провіряла більше 10 інстанцій в течение місяця. Всі силові структури, всі міністерства, які тільки можна було придумати. Нет замечань. Ви обязаны підписати договор, контракт. Да? Но міністр говорить, а я не хочу і не буду. Я не подчиняюсь здесь українським законам. Моя личная неприязнь выше закона.
Так не може бути. Понимаете? И вот сегодня мы имеем дело не с законными какими-то вещами, а с личной неприязнью. И выбор руководителя сегодня идет не на основании его профессионализма, да, а на основании личной лояльности. Ну, это же не государственный подход, правильно? Поэтому вот такая реформа сегодня. И мы с ней, конечно, не очень согласны. Вот, и ждем каких-то перемен. Будем надеяться, что в ближайшее время какие-то перемены все-таки придут, потому что социальное напряжение, которое сегодня уже накопилось в медицинской сфере, в медицинских наших кругах, оно рано или поздно куда-то выплеснется. Оно уже выплеснулось, вот на этих выборах оно выплеснулось. Да? Это понятно, что люди очень недовольны тем, что есть, и недовольны, в частности, руководством медицины и то, что происходит с медицинской реформой. Кто-то должен сделать выводы из всего этого. Мені так кажеться. Ну, якщо є бажання, то зроблять. Але давайте все-таки повернемось до нашої теми і поговоримо ще про Сумщину. На Сумщині років 4, якщо я не помиляюсь, діє така програма «Обласна стоп-інфаркт». Один із депутатів, Олег Бояринцев, безпосередньо займається цією темою в обласній раді. Що скажете ви про цю програму? Наскільки вона ефективна для області? Це була перша програма, яка була направлена на спасіння больних з острим інфарктом. И тогда было открыто такое отделение на базе кардиодиспансер, оно до сих пор работает, где людей на остром инфаркте спасали в терапевтическом окне. Вот это золотое время, 2 часа, когда 2 часа. Можно спасти миокард, когда еще не погибли клетки кардиомиоциты. Извините, перехожу на медицинский сленг. Эта программа показала себя очень эффективной. Летальность снизилась почти в 5 раз. Тех больных, которые были вовремя доставлены. На сегодня государство взяло на себя, и областной бюджет взял на себя все расходы по спасению этих больных. Сегодня скорая, которая привозит этого пациента к ангиографу, знает, что пациенту платить ничего не надо. За это заплатил областной бюджет. Даже бабушка из какого-то села, самая бедная, которую на остром инфаркте привезли, получит такую же квалифицированную помощь, как и все остальные люди, которые могут за это заплатить. Вот это важно, чтобы эта программа заработала как бесплатная программа для пациента, своевременная программа и на высоком уровне. Вот 3 было условия этой программы, и все 3 выполнены за эти 4 последние года. Действительно, для пациентов это бесплатно. Действительно, логистика такова, что привозят вовремя, скорая привозит. Этим помощь, оказывается, делают стентирование на современном оборудовании, современные специалисты и с очень хорошими результатами, чем я тоже горжусь, потому что к обучению этих специалистов я приложил руку. Угу. Ну і давайте ще дитячу кардіохірургію зачепим в нашій розмові. Для лікування вроджених вад серця, от, наскільки ситуація також тривожна, чи вона наростає, оця тенденція, чи все-таки є вже… Тенденція такова в цілому, що коефіцієнт рождаємості в Україні 1,6. Тобто настільки низька сьогодні рождаємість по країні, что в целом и врожденных пороков стало несколько меньше, чем было, скажем, еще 5 лет назад. И очень важно этих детей выявлять вовремя, потому что врожденные пороки очень коварные. Есть пороки, которые нужно прооперировать в первые часы после рождения, некоторые в первые дни, некоторые в первые месяцы. И мы приезжаем каждые полгода, осматриваем всех детей, которые родились с врожденными пороками, чтобы вовремя их забрать и прооперировать. Сразу скажу, что в Институте сердца все дети до 16 лет оперируются бесплатно. У нас для этого есть специальный фонд, который компенсирует все расходы по операциям детям. И дети с Сумщины також потрапляют, да, туда? И дети с Сум, естественно, это десятки людей, это десятки детей в год, которые к нам приезжают, и мы их оперируем. Вовремя, с хорошими результатами, думаю, что в этом смысле к нам претензий нет. Дякую вам, Борисе Михайловичу, за нашу розмову. Я дуже рада, що ви приїжджаєте до нас на канал і розповідаєте і про роботу, і про проблеми. І хочу вам побажати, щоб проблем було менше, а все-таки досягнень більше.